колесики, колесики, ой, колесики, колесики. Ой, какие маленькие сестрики. А что я вам принесла? Что я вам принесла? Мамочка сначала проверит, да? Это я принесла детское питание для щеночков. Ой, ой, первый пошел. Первый пошел. Ну-ка, давай тоже. Да никуда я не денусь, никуда я не уйду. Давайте чмокалки. Ой, как хорошо кушают-то. Вот, вот. Ну вот, милуся, видишь, разгружают тебя детки. Разгружают. И ты у них покушаешь. Ну, тебе-то, мамочки кормящие, все можно. Вы посмотрите, какие три хвоста. Три хвоста радостных. Черненькие, как вороненое крыло. А посмотрите, как хорошо кушают-то дети, а. Это что за дети так хорошо кушают? Спасибо мне говоришь. Иди наелься, а эти побрыгуны. Милуся, ну как тебе не стыдно? Я вообще-то это деткам принесла, а ты рычишь. Ну, мамочка оценила. Если мамочка оценила, то все хорошо. Да? Лопатульки мои, красотульки мои. Вот они подходят еще. Надо докусывать, да? А эти уже бегают вокруг меня, прыгают радостные. Радостная малышня. Ой, правильно, правильно, кушайте и никого не слушайте. А мамка тут не права, что ругается. Это я вам принесла. Да. Ой, ой, какие молодцы. Милуся, ты зачем деточек пугаешь? Смотри, дети, что такое? Мамка-пугалка, да, такая? Ну-ка, ну-ка, милусенка, милусенка, девчусенка. Ну-ка, давайте, деточки, конфеточки. Еще будете? Или все уже? Господи, маленькие чудесные детки, а? Ой, палец вкусненький, да? Ну, Милуся, разве можно на деток? Милуська, красивуська моя, а? Ну, пойдем, я тебе внизу еще дам. Что ты прям такая, а? А, здесь маленькая. Говорит, я тоже хочу вкусняшку детскую поесть. Ну, эти поели нормальненько уже. Потом еще им попозже дадим. Переедать тоже нельзя. Да? Ой, ворчуха-чуха. Вот такая мать. Не дать, не взять. Ну вот, а малыши растут, крепнут с каждым днем, да? С каждым днем. Сейчас пол помоем. Написюнькали тут, написюнькали. Красавцы. Ой, ругается мать какая строгая. А мы всех целуем, обнимаем и чудесного вам дня желаем.